Это подушка. При покупке держался достаточно хорошо. При первой поездке разболтался, руль отпустил на 35 километров в час где-то. Мы засекали втроем, мы ехали, ну вдвоем получается, ребенок. В итоге мотор резко ушел в сторону, и жена у меня оказалась под лодкой. В общем, неприятная ситуация получилась. Пытался укрепить, перетянуть, но все равно в итоге этот кронштейн расшатался, мотор уводит в сторону при поездках. Приходится удерживать постоянно, ну терпимо, скажем так. В общем, дальше будем разбираться уже с производителем, с продавцом. Ну, такую торгу собрал под камеру, под все дела. В принципе, неплохая, прочная действительно, но не под этот вес мотора. Возможно, под двухтактный она пойдет нормально. Под четырехтактный, сколько там, порядка 53 что ли килограмм лодка весит. Нагрузка на заднюю часть очень сильная. Лодку положить на глисс и удержать ее нормально на воде, не дельфинируя, крайне тяжело. Особенно на гладкой воде. Будем пробовать большего размера, жестким дном. Тоже попробую штурвал взять, ну, соответственно, продажу там, либо в трейд-ин. И ставить уже рулевое управление отдельное, дистанционное. Поближе к носу, скажем так. Ну, посмотрим, что из этого выйдет. Ну, к этому видео постараюсь еще выложить ролики, как действительно лодка себя ведет на воде. Также вот этот вот винт, который якобы должен фиксировать поворот, тяжесть поворота, ну, практически он не фиксирует. Сколько я его тянул, не тянул, достаточно легко двигается мотор влево-вправо.